головой. Ну что, пойдем? Не боишься? Нет. Сейчас все расскажут про тебя, как ты учишься. Это Ксюшин класс. Бегом, бегом, давай, африканка. Yeah. Ты африканка? Всем привет! Всем привет! Сегодня мы снимаем влог. Маленький влог. Мы будем собирать батут. Да. Сегодня мы будем собирать батут. Потому что у нас хорошая погода. Вы думаете, сегодня успеете собрать? Смотри. Yes. Каролина, осторожно с палочками. Смотри. Это надо. Это надо. Вот сюда, да? Угу. Как натягивать? Просто натягивать. Это тяжело же натягивается. Ну, кто-то должен держать вот это вперед. И папа должен тебе. Не хватает сил. Нет, это тяжело. Силы столько надо. Смотри, какая вот эта натянутая. Каждый раз начинается. Прыгает? Потом сюда надо что-то специально, потому что это опасно, все говорят. Hello. В другую сторону, да. Нет, переверните вот так. Теперь сейчас сетку будем ставить. Идем, да. Мы сейчас идем на собрание к Маргарите в школу. И что вот это? Что это? Слюнки кто-то пустил? Есть? Головой. Все, Макс, заходим, давай. Мама, она может упасть. Ну что, пойдем? Не боишься? Нет. Сейчас все расскажут про тебя, как ты учишься. Тесты. Как ты себя ведешь. Тесты все покажут, оценочки все покажут. Я скажу, оценки у меня нехорошие. Не все же. Но одна была нехорошая. У меня тоже нет. И поведение плохое? Маргарита, ты чего? Ты правда? Ну как поведение? Иногда на математике мне скучно, потому что я не знаю, как это решать. И что ты делаешь? Ты разговариваешь? Нет, я просто смотрю по сторонам. Стена хорошая. Систему обучения в этой школе, потому что здесь немножко по-другому. И проходят они другую, как сказать, программу совсем. Какие-то предметы впереди, какие-то еще. Единственная хорошая оценка, это у меня 5,6. 5,6. Ну да. Поэтому сейчас пока девчонки привыкнут, им тяжело, конечно, тоже. Особенно математики. Это... Да? Такое не решали в школе у себя? Нет. Только начали, когда я... Когда ты ушла. Они начали... А здесь они уже прошли. Ну, видишь, они, значит, они намного вперед уходят здесь, чем вы там. Как красиво. Глаза вот этому. И потом иди вон туда. И чё? А, да. Настоящие? Какой страшный ёжик. Прикольные. Ладно, все, пойдемте. А где Ксюша? Ксюша здесь? Это Ксюшин класс. Ага. Мойте руки. Все, пойдем. Поговорили. Сейчас будем еще дома разговаривать. В хоккей играют мальчики. Прикольно. Это пятиклассники, это из нашего класса. Это из вашего класса? Я уже слышу по разговору. Да.
По голосу. Прикольно, на роликах катаются они с этими, с клюшками. Ну, в общем, Маргоша, заниматься больше и не возникать. Понятно? Ясно? Да. Потому что здесь программа совсем другая. Намного сложнее, чем там, где мы жили, оказывается. Намного сложнее. Поэтому тебе нужно догонять. И как она сказала, просить помощи одноклассников, правильно? Там есть одноклассники, которые очень хорошо учатся, и ты у них должна просить о помощи, понятно? Если хочешь, можешь домой пригласить, не знаю, мальчики хорошие же. Ну, пригласи домой, позанимаетесь математикой. Почему бы нет? Ты же с ними общаешься? Это кто? Как их зовут? Не знаю. Ну вот пригласи домой как-нибудь, не знаю, раз в неделю, там два раза в неделю, пусть приходят. Куда понесли батут? Доделать что ли будете? Ну все, поскакала. Я сейчас боюсь прыгать. Каролина с башмаками полезла. Тут замок есть? Да, есть. Будем застегивать. Вот он. Нужно как-то придумать, чтобы потом между собой их закрывать, чтобы Каролина и Макс не залазили, когда хотят. Вот так вот купить замочек. Так вот раз и на ключик. Угу. И все. А если мы потеряем... Потеряете ключик, значит прыгать никто не будет. Нет. Давай. 9 часов уже время, завтра в школу. Тебе во сколько завтра? Маргарите завтра, по-моему, в 7:30, да? Нет. Тебе нет? Не только Динстаг. Есть такие дети, которые они волнуются перед тестом, и они вот так вот... Трясутся? И потом они все забывают. У нас же учительница есть такой спрей. Ты берешь его и вот так вот... Дышишь? Брызгаешь. Нет, вот так вот... А, в рот брызгаешь? Да, и потом ты успокаиваешься. Да? Я его тоже всегда брызгаю. Правда? У нас такого не было. Я в школе всегда, когда у нас были там контрольные, еще что-то, у меня такая паника была. И я действительно все забывала сразу. Я просто вот так вот пшикаю. Это какое-то, наверное, успокоительное, да? Да. Лучше мне купить такой. Ничего себе, не знала даже. Вам тоже успокоительное в рот брызгают перед контрольной? Что? Успокоительное. Успокоительное не брызгают в рот? Какой-нибудь спрей? А он вкусный или как водичка? Горький. Горький? И что, так и будет стоять? А, ну нормальный он. Ты представь себе, если был 4 метра. Еще больше было. Никакого бассейна. Бассейн испортит газон нам. Потом весь газон нам нужно менять. Нет, никакого бассейна. Вам что, здесь парк развлечений, что ли? Если маленький такой надувной, будем надувать. Ну, а потом воду куда сливать? Просто вот сюда. На траву? Да. Или вниз. Мы там видели в тот раз такой, за 50 франков такой, как... Не знаю, посмотрим. Где можно 4 сеть. Каролиночка, все, хватит, папа сейчас будет сетку натягивать. Это, ты там будешь спать, да? Да. Я энергию. И я хочу там спать. А сальто? Сейчас попробую. И я хочу там спать. Я хочу там спать. Чуть не выпрыгнула. Все, давай. Все, она выходит уже, Макс. Давайте в кроватку. Зубки чистить быстро. Зубки, 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 Макс. Завтра будете прыгать. Надеюсь, дождика не будет. В 5 часов утра она собралась на батуте прыгать, ребят. Это что такое еще? В 5 часов утра на батут. Конечно. Ты в 5 часов... В 7 часов не можешь с кровати встать, а ты хочешь в 5 часов встать. Давай. Давай, все, зубы чистила? Да. Все тогда. Я специально почистила зубы, чтобы потом подольше попрыгать. А, конечно. Все, спать. Давайте зубы чистить. Бегом. Бегом, бегом. Давай, африканка. Нет. Ты африканка? Нет. Ты африканка? Нет. Да. Давай, компьютер. Африканка. Номер один. Почему африканка? Потому что у тебя африканские косички. Гудбай. Переодевайся в пижаму. Жди. Мама, это мой пижама. Да, это не твоя пижама, ты в ней целый день ходишь. Все, давай, переодевайся. До завтра. Завтра тоже будете снимать влог? Да. Ладно, все, пока. Мы идем спать. Спокойной ночи. С африканкой.
Африканка, как называют? Маргарита называет свою собаку африканка. Почему? Не знаю, почему. Ладно, все, всем пока. Всем пока. Всем спокойной ночи, увидимся завтра.